just. Костя. Чё? Ну давай. Хватит АФК, Диман. Что? Метки по кубам расставьте и по людям. Да, только нужно две пачки челиков. Давай, думаю, переведем. На мужика, короче. Что, герус пула получается? Да. Ладно, тогда я третий буду, если что, таунти ту дуру. Может, нам и не надо было третьего четвертого танка? Что, Дима, на актуальный рейд, да? Да, актуальный рейд. Че, Багровку купил или выбил? Мужик не мужик. Выбил. Мужик получается. Да, это Багруха у меня уже худнец. А, тебе бичёвская багруха, я-то думаю, это нормально багруха, тебе бичёвская. Ну, у тебя хоть такая есть, блядь, ты, голова? У меня есть лучше, блядь, смотри, открой этот, ЦК-10 гер. А, у меня же нет, есть. Ну, иди нахуй тогда, всё. Отдыхай. Вон, иди. Рарник. Вон, иди карты под три своей бесполезной 58-й, блядь. Ну, под это русь, блядь, ещё. Это пиздец, они серовы. Кстати, надо будет на туре пойти карту ап. Баджи есть. На трэше кто? На трэше рарник, давай ты на трэш. Юля первая, я второй на боссе. И печит Что, печеньки кому-то нужны? Да, мне. Да. Ну уже по успехам или по на мейн спике уже все. На мейн. Я думал, нахупало парочку спики. Пизди. Если пизделка выросла. Просто хант. 45-й это 4 и 2-5. 30к в манекен, он баф, пиздец. У меня ДПС сломался. Ой, то есть этот, блядь. ДПС у меня тоже. Вот ты пока держишь второе уверенное место. Под твой дом. У меня написано, блядь, 7,5к. 2,3. 2,3. Не, я имею в виду всего на хилил столько. А ХПС 117. 72 тысячи на хилил. У меня что-то сбились настройки, походу. Ну, если был бы я на своем посте, да, вы там все были подо мной. Да сиди, кисни, блядь.
Я уже вижу этого хули, представьте, это в помойке. Кто сколько что ходит, плиздом будет. О. Да ДЦ, блядь, любой лох может, даже в Т4, блядь, любой дрочок это может сделать. ТТЛС тоже сбился, показывает урджи ДПС 6,7к. Чигера-то где? Сами подождали, пока да, все проки пройдут правильно. Ну так да. Ну по факту. Ну, ты думал, ты кто-то в тайминг играть будет? Не, нихуя. Все правильно. Ты очень сломался совсем. Кубы, готовимся. Прожимаем, прожимаем. Круг. Круг. Опустили. Стража одного гриппайте под боссом. Ближе подведите. РДД играйте по стражам. Фулл ДД в страже. Трэш, фулл ДД. Сильно не подводи, Рарник. Перевели. Войда поднимите. От Фокс, давай Бэт поводу. Как Войда, кис. Так, бич. Вставай давай и захильте его лавку, каску, просто бордать. Трэш разъебите. Трэш дай. Рарник, подводи маленького снова. Чтобы ДД доиграли. Пока близко к минику не подойди. Стенхан, БР, Инвизибл. Первого пати. Блять, как Войт откисает, я хуй. Я хуй знаю. Бич! Кстати, если не этот... Актерский состав глянул этого фильма-то. Там чел был Адам Бич. Такой, ух. Это любимый актер Войда. Согласен. Бидон на тебе печь. Что-то прирвал маленько собой. Скелеты забежал. Нормально, слава, пойдет. Все от маски, гайды на вайпы, блин. Сейчас я эти вайпну, блин, тут весь рейд.
Нихуя себе маунт. Ебать, щит Диман, глянь. Ага, когда я с Алема не пошел, щит Диман пал. У меня есть такой нахуй щит. Лех, подари дракончика. Продать? А, я понял, хорошо. Нет, я хотел подарить бы дракончика мне. Нет дракончика этого? Только на престе. Чел купил за 31, за 30 тысяч, а мне подал за 29. Он такой, ха, лох! Я не знаю, кто из вас лох больше. Оп, одну. Да. Одну можно тоже? Чё, тебе прям сильно надо от дракона этого? Да конечно, господи, я прикалываюсь, это рвар. Ага. У меня основное это основные ячивуси на это. На престе. О, заломанный, смотри, щит упал. Да, 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 да. Ой, да. Тебе на какой спек, блядь? На все. Давай, включай войс, блядь, раздупляй. В смысле ШП? А мне на вар тоже хочу себе печеньку на вар, блядь. Ну, чё, спасибо. Больше не претендую. Ну, на этом КД. Дай мне тоже так хулипало тогда, пожалуйста. Одну. Ну, хулипало, говоришь? Ну да, чё бы нет. Я смотрю, их всё больше и больше. Призан, тебе куда? Репичи. Мне на вара, на танка. Здорово, пень. Ну там ладно, похуй, смотрите сами. Я же призан там чаще хилит, поэтому. А Егот, так ты на магии играешь, блядь, или на роге? Я нихуя не понял вообще. Ты говно. Распыльщики, блядь, красавцы, все поулетали. Под твоим гайдом, Костя. А, Костя же сумку еще никому не скидывал. Валиваем нахуй. Хуета. Так а че ее удалить можно? Нахуя ты мне скидываешь-то говно? Можешь объяснить? Я тебе говорил. Холидринг. Да, промахнулся. Вот бы я тоже так промахнулся бы. Так, тебе где-то... его некуда деть, оставь его в боссе. Зачем ты его скидываешь кому-то? Это деньги. Это кристалл бездны. Или что там дают? Кристалл пропасти, по-моему, с геймхэма дают. Да, там не важно, что дают, главное, что можно. И почему он выпал, когда я с Алемой пошел? Что это за хуйня? Так, это знак свыше. Ладно, в БС-ке выпадет. Щит, что ты беспокоишься, нормально. Танковский. Там кому надо, скажите. Закинчит Диману, пусть поплачет. Второй. Второй ему в левую руку, чтобы это в правую точнее руку. Нет. Ну, вроде бы, я не он знаю, вообще тыловик. Название тыловик. Название тыловик. И 2000 ИП сюда. Тебе ж виднее, Слава. Ты ночник уводишь. Слава вообще с простым людом разговаривает? Или... Нет. Не сегодня. А он вообще тут? Слава сегодня мертвый. Ты глянь просто расписание на неделю и поймешь почему. Ну я вижу вот это вот и ВК, и мне плакать хочется. Ну а в чем проблема, я не понимаю. Можно я на ВК умру, пожалуйста? Проблема была вчера. А вчера что за проблема была? Вчера же. Ну когда люди просто в тупую забили на РТ нахуй и не зашли. Мы 18 тел, блядь, целка проносили. 20. Ну не надо, я убил два босса. Угу. Так и до и так и до этого на четырех был, получается 6 боссов я убил целка, так что нормально, не надо. Это так вы хотите
и Вайшу траить, блядь, и все остальное. Да Вайш от старости умрет. Угу. Да. Костя, а ты в какие дни будешь, ну, в игре, когда у тебя вот, поедешь куда-то там работать? У него график поменяется просто. Ну, я завтра выходной и воскресенье. А у тебя на постоянной основе получается пятница-воскресенье, да? Нет. Просто два дня, которые типа хуй знает когда, да? Потом ближайший выходной, аж четверг. А чё, прям 18 рыл и всё, больше никого не было? Нет. Нет, даже ночники. А вы занесли? Занесли. Да, всё. Нормально. Задамажили. Даже с первого раза убили чай строго. С первого. Да. Даже я зашел на приста. На профи только мозги ебарился, но все нормально вроде было. Профи туда. На профи, потому что репчип, дурак, спихнулся фуриком. В одного танка, блять, 18 тел хотели, сука, занести профа, ну, пиздец. У нас почти получилось. Ну, если бы все запиздили тогда с Юзняка, тогда бы на Лехе не было 400 кп. Моментально. Ну да. Если бы еще ты вовремя таунтил. Я с Юзняка пиздил. Я, блин, просто за ним бегу, в него просто слэм и живу по КД. И никто бы тебя не пиздит, конечно, потому в этом часы так и накопилось. Хуй ты хотел. Давай пиздуй танчить, хватит мыть. Ты бич, мордан. Бля, не, вот ты бичара, блин. Пошел бы если шики жрать даже. Это, вообще, бля, хая твой рот, наоборот. И что? И то. И что? Мордан, поясни за шашлыки. Короче, у меня шашлыков в этом году не будет, поэтому Диман завидую. А в чем шутка про Димана с шашлыками? Вчера ушел, шашлыки есть. Да, если РТ, да, так и будет. Просто у нас вчера фул рейд был, блядь, замена, наверное, сидела. И Димон пошел жрать шашлыки. Что вы базарите? Пиздец, если бы у меня были шашлыки, я бы тоже пошел нахуй жрать шашлыки. Приходит такой, говорит, я тут легко шашлыки поел. А потом приходит и сидит еще и чавкает шашлыком. Вообще, падла. Я пришел в рейд, там полтора землекопа сидела, бля, вы о чем вообще, бля, ой, какой фул рейд? Ой, ты че откисаешь постоянно? Давай сегодня пиво бахнем, нормально. Короче, Кость, что я не знаю, я танчу слепоглазом. Ты так его будешь танчить? Так, дайте мне рылок сделать, а то что-то, блядь, хуем тупить, а хуйня тупит. Смотри же, блядь, будет он кастовать меня огонь священный, я прожиматься не буду. Братан, как бы дай сказать, что всем похуй. Откисну специально, блядь, сагрю всех боссов специально, откисну, вас их поедет. Чё, на этой неделе программа максимум, я так понимаю, или чё? Скорее всего, да. Там только на льду можно не идти. А вообще был какой-то разговор, чё мы будем троить, Вайши, Джайну? И то, и другое вроде как. Ну, в понедельник вроде как стоит, типа, Джайна, ой, Вайша, а во вторник Джайна. Invisible, ты Славе пиши, я раньше уйду тебе. А, я ключик там не оставлял. Ладно, я в карте поехал. Угу. Так, Юля на кроше, я на Олме, репичип на слепоглазе. Хуёво, что у нас нету мишки. Рарник, тогда будешь на Киглере и Короле. Если шоу, там этот репичи будешь страховать его. Так, кого страховать надо, Рарника? Да, да. Мишка же есть у этого, у Мотфокса. У Мотфокса есть? Ну, он пишет, я Мишка. Ну, может, это не проспек, просто как-то... Нахлынуло, ну, так сказать. Спекайся тогда в мишку. Тогда Рарник в ДД. Мэтт Фокс будешь на Киглере и на Короле. Вам метки ставить или вы и так знаете?
там лапку обновить. Войт откисал несколько раз. Там, да не, лапку обновить. Клава, рыбу ставь. Ему надо пиво в бокале обновить. Что нужно делать? И миска подогреть. Чего? И миска подогреть. Да, и, да. И виска, ну, виска подогреть. Ну, виска, я вискарь подогревать. Не так нормально подогреть. Внутри подогреется, да? Да, да. Репичип, Дартис, Рарник. Рарник. Рарник, только праведное выруби. Даю отчет. Поехали, поехали. Блять, забить от киллера, мне кажется, не сейчас пистолет. Мод Фокс, добери киллера. Эпич. Ты же знаешь, сдаешь, что в этом под закрытие и каз сбей. Заебал кидаться. Хорош. Милики кроши не бьют. Блять, милики, вы суицидники или как? Рарник. Рарнику что хуй стоит, башка не варит, что ему бы. Давай, Израил. Все, мы сокровь. Тоже пол. Квест. Гео. Там Олм? Олм, да. Геру давайте. Красноярск, лок не забудь повесить. Иди курс. Иди курсить. Маги, друиды. Эршам. Топ-1 30 типа. Ходи курс. Не, хилить надо. А топ-1 попердежу, будет. Боюсь, я переиграю. Декур. Бомба из рейда. Понятно. Синхан, давай иннер в зероелку, Мэтт Фокс, иннер в Хэлла дай. А, Мэтт Фокс же в танке идет. Лёха, ну подойди там нормально, на рейндж. Нормально, мне хватит.
Гимноману Войт. Ты в какую там залупу залез, а? Рейп и бич. Меня, блядь, закинуло туда залупу. Блядь, ну вот, Мардаун, то сейчас вот если ты сдохнешь, ты лох, понял? А, я не сдохну, я буду выжить здесь еще. Не похуй, я тебе щиток кинуть не могу, короче, пошел ты в дом. Так я ему это, каплю не могу кинуть. Я сейчас обвиняю. Залез, блядь, в жопу какую. Жопу негра. Матвокс, я короля забираю, короче. Забираю. Почему сразу в негров, блядь? Ну любят люди негров, господи, ну шоколадка это же. Если я сидел, ел шоколадку. Пиглера я. Негры, ля, ну не, ну так-то негры нормальные ребята, так что. Да, зеленый карамель. Лания, норм парень, согласен. Я король бегает. Матвокс, скинь иннера в Зираэльку. Зираэлька, подойди ближе. Уже подошел. Что у меня есть такого? А то я отойти не смог. А что у меня шива есть? Поля, блядь. Получи отцу. Второй раз подряд. Я думал, ты авкийска плохо. Сейчас ты меня достаешь вообще? Да, нормально. Стой. И не высовывайся. Добивайте кигли. Пошел ты уже на тебя, короче, частичку кинул, блядь. Стой, балдейно. Забейся, я просто пойду в эту короля в рейд вывезу. Я тебя потом в лес вывезу, понял? На шлыки? На могилку. Я работать не люблю, слушай. Ну там тебе работать не надо, ты в качестве того, кого закапывать будет. Как шлыки? На могиле вот костер разведут. Да, да. Хорошая перспектива. А дощей. Да то и да. Мардаун, блядь, ты задумайся, они тебе предлагают вечный огонь в твою очередь. Вечный огонь и так у меня полыхает КД. Островище такое развести, да. Чтоб дорог приезжал. Ты что, в Т4 бьешь? Ты кому? Добивать. Я в 2Т4, в 2Т5 был. Ну это что здесь как Рузия? Там с бомбом я короче. У короля играть. Рузия 2Т5 работает. Ну, видимо, офигенно. Лагает, нахуй, что за хрень. Может, и лагерь просто? Во, 123 тысячи, прикиньте, да? Ой, я прожался. Ну да, я просто прожал там кое-какие шли. Ну прикольно. Типа 111 тысяч, даже 108. Да, неплохо. Но это только на... Сколько? На 20 секунд такого могу хуйту замутить. Если иннер есть, дайте стелси. Стенхан, дай иннер в стелс. Идон, ставь тотем. У вас бей 3 тотема. Ну, я еще клятву по тотемчику надо, точно то, что надо. Вообще отлично, да? Только если бы еще ретрики эти гонючие джагу не сбивали, вообще так классно было бы, блядь. Да, хильда еще можно было. Воруют, да? Воруют вообще, капец, блин. Все, говори им, пусть в Т4 ходят. Рарник одевай Т4. Че, в этой игре можно догнать демон локов или как? По ДПСу?
Так не ссы, я ее пока докидаю. Что, хуй ты хочешь? Ну. Ты сейчас его хуй еще догонишь. Ля, Лех, мы идеально с тобой нахилили вообще прям зеркально. Да? Да. А, ну у меня на этом на скаде показывает по-другому чуть. Сейчас гляну. Что, дайте одну, пожалуйста. В голову заебашился. Ах, я вы уже запулили, блядь. Ладно. Все, лог бежим скорее. На экстеншн. Вырубила сразу, на. Кого вырубить, тебя? Меня. Ну так правильно. Короче, я жму шевай, бегите все. Спасибо, морда. Все ради тебя, Салки. Спасибо, вот такое. Тут такое. Понятно. Нет, только. Эй. А что, печеньки уже раскидали, все, да? Да. Вот, бля, ну ладно. Есть. Ебать, палка. Палка-копалка. Мордаун. А? Давай умрем вместе. За руки, бля. Ха-ха, ты видел одновременно. Да, отлично, бля. Так жрать хочется. А я этого рахат-лукум пачку забубонил и чека напился с молочком. Мужики, я думаю, может это, блядь. Мужики, дайте пройти дальше. Может том-ям заказать? О, давай, пизди. Том-ям, ну не знаю. Меня сегодня, прикиньте, за то, что я помог спустить газовый котел с 4-го на 1-й этаж. Там машину загрузить, пельмешками накормили. А я думал, тебя в жопу трахнули, блядь. Ну ладно. Это уже потом было. Это уже это об этом смотрю мало. Это уже другая история. Да, да, да. Я сейчас роллов наеба. А сейчас сказал про роллы, у меня. А, хотя я же могу тоже заказать. Это через заставку тоже закажу тогда. Все пиздец. Давай шашлык. Вон я шашлык на эту, блядь. Чё, как будем? На решетку поставил, видишь? Груля, как будем танчить? Я понял. Все бегать будут или танки? Не-не-не, давайте как лучше. Быть? Все бегать будем. Можно засумонить. Ну сейчас смог шкаф поставить. Ну смотри, да, сама себя не поест. Лично голодный, блядь. А прикиньте, был бы шашлык со специями. Ладно. Как рыбы со специями, как шик со специями. И нужно было этих кабанчиков за зиме кормить. Вот бы у тебя мозг мордаун был. Да он есть. Где? Ну, я тебе показать не могу, к сожалению. Хуёво. Чё, всё? Армсов не рфанули, да, смотрю? Алло. Что, алло? Что с твоим домом не так? Так хуй заклинило. Плохо что-то. Заклинило, что ли? Чё? Печеньку, говорит, мне отдай. Так ты ж такой же. Да, да, да. Ты что же, бэм? Не проси ни от кого того, что не делаешь сам. No. Я не могу, я хилю. Не могу, очень занят. Очень занят. Не успеем. О! Но... Это деду надо. Ну, если все с первого трая, у меня полчаса. Ну, минут 40. А как тогда? Да в какую среду? Нет, нет. АРС. Можем завтра, Слава. Завтра я выходу. Завтра ЦКС. Так а может мы сейчас тогда на БС пойдем, а? Время не тяните. Чем быстрее закончим, тем лучше. РС. Мы выбираем РС. Мы выбираем. Давай, нет, давайте БС-ку. БС-ку, похуй, БС-ку. Потом РС-ку, да? Слава, ты понимаешь, ты не один в личку пишешь. Да блять, ну пойдемте БС. Сука, что, может, по чуть-чуть начнем, нет, бить руля? Да, пропустим. Давай микрофон.
Вы что делаете, блядь? Не, ну не настолько, я же сказал по чуть-чуть. Кто-то алкоголь. Ну вот, по чуть-чуть. Кто сагрил? О, диван дали. Да падайте, я... Алогом. Так. Что выделили не то? Не знаю. Бля, ну БС-ка было бы заебись. Орги, нахуй ты пулишь? Я не пулил БС, если чё. Атака ближнего боя. Ну это он подошел сюда. Первый удар. Атака ближнего боя. Он уже в упор подбежал, я его ударил. Это кто-то из дальников. Либо пет, он либо дальник. Он на Эвилаш убежал. Скорее всего его напулили, блядь. Я не ебу. Блядь, где у меня масрез нахуй? А, он мне не выставлен. 100 гп ему. Идеально. Ща, подождите. Пиздят, блин. Бля, мне кажется, это воид с пулем. Я предлагаю за такое его кикнуть. Сам я не удивлюсь. Он молчит, в дискорде не разговаривает. В смысле прервано, что за хуйня? А у всех масрез, не у всех там, почти не у всех. Точечно реса и, блядь, короче, мозги не ебить. Понятно, мне кажется, короче. Надо... Короче, Вилаш с репичипом на босс. Матфокс, мы с тобой руки позакрываем. А Рофлиш? Нет. Чё, еблом поторгуешь после? Ребят, чё за херня? Пожрать не могу, ошибка. Юля танчит, ты еблом торгуешь. Так, давай вкратце объясни мне, что надо делать. Я, получается, встаю... Стоишь рядом с ней. И всё, весь как? Бой, да. Держишь за сиськи. У меня свои сиськи есть, надо. Ну, за свои держи, какая разница. Держись за своих, хули тогда реально, блядь, ну чё ты? Чужое не, там... не берем, только свое. Отечественное, да? Все свое натуральное. Отечественное производство. Бесполезный маг, да сдохни, не веди их, рейд. Испугался? Да, просто опять поднимали бы всех. А можно джипса потом? Первое, второе пати под ебалом. Матфокс, мы с тобой в четвертой группе руки закрываем. И там, смотрите, одни руки будут под ногой под правой. Поможешь это типа джипса? А, есть ты. Поставил же. Где ты его поставил? Слава, ебашь рыбу. Бля, вот эта вот идея про БС-ку была хорошая, мне понравилась. Блять, Рарник, ну ты где? Смотри, Слава, 1, 2, 3, 4, 5. За обе щеки. Видел я такой видос, где там за обе щеки ебашили. Ну ладно. Блядь, Гоша. Ты пиздец. Я хочу тебя забанил на ютубе. Хуем, защик. Ну, забанит, не забанит, но 18 плюс ограничения навесит, блядь. И рыбоед, да? Вообще, рыба не так уж и плоха, в принципе. Я не знаю, я Рарнику уже 5 ресов кидал. А, вот, причём. Рарник, давай. Давай, быть. Скажи, кто МТ шит босса еще раз? Юлилаша. Все, понял. Как ты представляешь, если буду я МТ шит босса? Ну ты же танк, хули, блядь. Агро держи в пределе 70. Нет, я, конечно, самоуверен, но не настолько. Конечно, могу таунтом дать, и чтобы это... И все. Короче... Вот, это МПС дашь? Урги. Все, все готово, даю отчет. Я запомнил. Первое, второе пати подъебал. Ты им поанонси, чтобы они забегали. Риторику ГП. Поанонси, мне не всегда будет удобно, я буду бегать. Я тоже руки смотрю, я в Red Dead Dash. Угу. На Геру? Подъебал, забежали. Сейчас руки.
Юля, сразу не обжигай. Сейчас после этого за спину ушли. Руки справа. А, все вижу, у нас. Давай. Не, там, кто до меня добежал. Под морду. Быстро. Маги в глыбе могут закрывать? Да. Да, по-моему. Только лучше разочек все закрыть. Сейчас руки. Справа отойдите. О, под боссом. Сейчас ошеломляющий выходит. Вышли за спину, быстро. Обжигай, Юль. Сейчас ошеломляющий, потом адский, потом под морду. Давайте, под морду зашли. Руки закрыли. Под боссом. Сейчас руки. Все три сзади. Мы вышли. Вышли за спину. Сжигай, Юль. Подъебало, быстро, быстро забежали. Дай закроем от Фокс. Дайте и Иннер, что ли, в Зираэлу, пожалуйста. Синхан, дай Иннер в Зираэлу. Адский. Подъебало быстро. Сейчас ошеломляющий и за спину ушли. За спину ушли. Обжигаю. Подъебало. Быстро, быстро все. Добивайте. Опа, опять кружка. И маунт. Пойдет. Че, куда мы летим? Наверное, Беску полетим, хуй делать. А че, дадут одну печеньку, пожалуйста. Так, по приколу. Войт, Хулитрин, куда портал ставим-то? Таларан? Ты. В смысле, ты? Хэм, что там по графику? А, ладно. Так. Чё, поездку не пойдём сейчас? Ну, блядь, сказали же, через полчаса хули дринк уходит. А, ну окей. У тебя не слипнется вторую за сегодня. Он говорит, что на том КД ху лутанул. А я только КД, блядь, не лутал. А я, ну, то одну-то можно получить? В голову чисто въебашить. Слава Усвек. Три песа. Открою великую тайну, вообще ни одной не лутал. Ну, на следующем КД. Ой, пойдем на Тригорна ебанем, пока тут все есть. О, на Тригорна это дело хорошее. Так, да, все да, ушли, да, кто да. хотел. Он, это забей. Другое, это другое дело, хоть чуть-чуть. Главное поставить портал, а потом ты улетаешь, и кто не улетет, тот сам виноват. Бля, я мне... Кастуешь меня... телепортацию, да, и кто не улетел, тот сам виноват. Да. У меня метасокет. Не, это самое. Понятно, нахуй. Понятно. Не работает.
Бля, вы вообще просто вот...